кто просил, кто нуждался в помощи. Приносила продукты и там мыла полы. Вот. То есть помогала всем, участвовала. Я всем желаю скорейшего выздоровления, если кто болеет. И присоединяйтесь к этому нелегкому труду, но это труд благородный. Эти люди, являясь яркими и активными участниками сформированного по инициативе Дмитрия Владимировича добровольческого движения, оказывали и оказывают помощь жителям старшего поколения, многодетным семьям, малообеспеченным. У нас добровольцы – герои. Они работали не за деньги, они работали не по контракту, они добросовестно выполняли то, что говорило им, подсказывало сердце. За это мы благодарны, за это они получили высокую благодарность от главы городского округа.